Настоящие защитники правил дорожного движения не нарушают. Такое название носит традиционная праздничная акция, которую проводят сотрудники Серпуховской госавтоинспекции. Сегодня инспекторы дорожного движения совместно с представителями Русского радио останавливали машины для проверки документов и вручали памятные подарки водителям. Цель нашего сегодняшнего мероприятия – это не наказать наших автолюбителей, мужчин, а в очередной раз напомнить им о правилах дорожного движения. И вот в преддверии Дня защитника Отечества еще их поздравить. Автомобилистам такое внимание в преддверии праздника было приятно.